Накануне Дня независимости в резиденции Аблайхана открылась передвижная выставка. На 5 щитах представлена информация об основных этапах развития Казахстана. От исторических деятелей, которые сыграли большую роль в становлении казахского ханства, до первого президента республики. Об их мудрых решениях, реформах и стратегиях рассказали специалисты музея. Помимо стеллажей, на выставке можно увидеть книги, где изложены идеи Ельбасы в вопросах формирования межнационального согласия и развития государства в разных сферах. Создается новое мощное государство – Союз Советских Социалистических Республик. В этот Союз Советских Социалистических Республик, ну, конечно, находился и Казахстан. Казахская Советская Социалистическая Республика. Их было 15. Было много хорошего, много позитивного, но много было и отрицательного. Казахстан тоже имел свою конституцию, Казахская ССР. Были свои, конечно, плюсы, минусы какие-то были, но по большому счету самого главного не было, а главное — это независимость.